ангел. В дверях Эдема ангел нежный, головой поникшую сиял, а демон мрачный и мятежный над адской бездной летал. Дух отрицания, дух сомнения на духа чистого взирал, и жар невольный умиления впервые смутно познавал. «Прости, — он рёк, — тебя я видел, и ты недаром мне сиял. Не все я в небе ненавидел, не все я в мире презирал».